Общественный городской транспорт в Амурске под серьезной угрозой. Жители могут остаться без перевозок по городу в любой момент. Об этом более подробно далее. Пассажирское автотранспортное предприятие Амурска переживает не лучшее время за все годы своей работы. Предприятие буквально борется за жизнь. Денег нет даже на бензин. Существует проблема задержки зарплат сотрудникам, так как никаких доходов не имеет. Работают в минус. 31 марта закончился контракт на перевозки с администрацией города, и это значит, что амурчане должны были остаться без общественного маршрутного транспорта в черте города. Директор ПТП Владимир Данилов сообщает, что с администрацией города заключили контракт еще на один месяц. До апреля автобусы по маршруту номер 4 будут на линии, а вот что будет дальше, пока никому не известно. Ясно лишь одно – город не должен остаться без общественного транспорта. А потом решается все в последний день. Прям в последний день все решается. Раньше автобусы мыли только вечером, а сейчас в связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, автобусы обрабатывают существенно чаще. Обязательно обрабатываем, и все моют там. И поручни, и окна, и сидушки протирают. Также в связи с введением самоизоляции уменьшился пассажиропоток. В связи с такой ситуацией ПТП изменило расписание автобусов по межмуниципальным маршрутам края. Анатолий Карпов, телеканал Амурск.